Ох, легкая эта работа. Из болота тащить. Вот работа. Все, давай сюда чуть. Всем здравия! Вот мы упаковались. Сегодня будет первый выезд на толкаче промысловик фирмы Ураган. Посмотрим. Правда, не такой глубокий снег, сейчас уже весна. Чуть-чуть выпал снежок. Маленький минус сегодня. Минус один или два. В общем, посмотрим. Вместе с вами все посмотрим. Завалились в колее. Колее завалились. На какахе наборолись и взорвалась техника. Вот пнет болт, Ваня, видишь, сразу на замену. А вот, помнишь, я тебе говорил, ставил со шпильки у себя на санках. Видишь, что происходит? О, ничего себе, вот это даже что-то. Вот сам этот болт гнется. Еще производителю на заметку, вот этот фаркут надо вытаскивать дальше, потому что погибается. Ну, что-то надо, да, думать или ставить защелку, как на буране. А что, выкрутился просто, да? Да. Ну, там, вот. Руки тепло прям. Как проехали водные препятствия, аж не заметили, да? Вообще, да, на малых оборотах тут газульку надо регулировать. Я быстро пока не могу ехать. Так у нас... Ну, он, да, нас четверо с грузом.
на бурлаке троих-то еле вытягивал. Едем по дороге, снег не глубокий, но тем не менее, те места, где это самое, другая мотособака уже напрягалась, этот вообще прям преодолел все. Я тебе говорю, тут такие ощущения интересные на нем, как будто ты кораблем управляешь. В лодке плывешь, такой. Вообще забавно. Сглаживает все. Казалось бы, сейчас как воткнешься, ага, хоп, но пошел, нормально все. Вообще замечательно. Просто вообще огонь. Шестнадцатое апреля. Лед под ручку. Пробурил или что? Подкопать, помочь? Пробурил? Да. Вот. Сколько у нас там? 16 апреля у нас это. В общем, у нас не весна еще, или весна, но не зима, непонятно чего. Весна с приступами зимы. Так что, кто там говорит, что у нас там это самое, жара, везет вам. У нас пока не жара. Да. Пришлите нам немножко жары. У нас еще, да, холода долго предстоят. Я сейчас проехался это в гости второй раз, там потеплее было, думал, приеду сейчас, у нас тут тоже оттепель, ага. Вон на Печоре что творится. Можно смело кататься, куда хочешь. Кто-то там уже прям чуть ли не в ярости нам пишет, что в личку, что в комментариях. Откуда ж мы ее взяли, типа одеться нечего было, не за что. А тут теперь, в общем, взяли часть металлолома, то бишь вторсырья разного. И помогли нам друзья суду взять, вот, на год. Так что, плюс сама фирма «Ураган» сделала нам отличное предложение, большой, скажем так, скидки. Поэтому мы вот не могли себе позволить отказаться от этого всего дела и не приобрести этот данный аппарат. За год мы его отобьем. Кредит там фигня какая-то, я не помню. Там, в общем, 50 тысяч на год. Остальное мы наличкой отдали. Так что все нормально. Данная комплектация вообще, по идее, стоит вот со всеми приблудами, которые тут есть, а они тут все по максималке, стоит 162 500 рублей. Нам он обошелся, грубо говоря, со всеми пересылами, со всеми вот этими покатушками в Ухту, перевозами, где-то 87 тысяч. Данную комплектацию за такие деньги мы бы не могли без скидки взять никак. Это нам как минимум пару лет еще бы надо было шпарить. Так, ребят, мы сегодня на Печоре. Тестировать просто собаку мы не можем. Надо нам еще и рыбы половить. Приехали мы на так называемый Черный ручей. Это километров где-то 13-14 от Ухты выше по течению. Ловим здесь, можно сказать, впервые. Место немножко знакомо, поэтому и решили здесь. Под городом там ребята ловили, ничего не поймали. Соответственно, чтобы хоть какую-то рыбку поймать, мы решили немножко отъехать подальше. Вот здесь ориентировочно обитает сик, хорюзок пореже, ну и вроде как язёк должен быть. А что поймаем, увидим. Может, ерши попадутся еще. Вот это хорюзина! Таких хорюзов даже не знаю, как и... Давай, давай, не сдохни, друг! Давай, давай! О! Убежал. Повезло. Вот это да. Поймал. Ершака, наверное. А не, опять жиганчик, да?
3 метра глубины вот такие вот здесь друзья клюют. Руку только что остудил в лунке, чтобы его не так сильно обжигать. Микрожиганчик. Настолько маленький, что просто удивляет. Такой вообще микроскоп. Пиу-пиу, беги-беги. Очень вяло клюет. Ну, в смысле, не вяло, вот тут как этот мелкий первый. Трюк-трюк-трюк-трюк. Десять метров. Глубина у нас сколько? Раз. Два. Ух ты, вот это мы сели. Мы на 3 метрах 50 сантиметрах сидим, Сань. Давление сегодня очень низкое. 733. Ветер северо-запад. 6-8 метров в секунду. Так задувать будет нормально. Сейчас пока мало ветра. В общем, мы сматываемся. Поедем сейчас, попробуем на Курейку заехать. Может, там плотва или окушки будут брать. Добрались мы на Курью. Попробуем сегодня еще здесь побыть. Что-то Печор нам сегодня рыбу не дает. Что там, плотвы, да? Попробуем с окунями половить. С ершами. Что повезет. Вон, на Печоре уже не повезло. Собака долетела. Тросик он Санька перекинул. И она стала просто лететь. Не знаю, 25 км точно уже едет, да, в час? 30-ку точно. Может, 30-ку даже, да, давит. Ну, учитывая того, что тут нафт, более или менее, проблем нету, летит просто и летит. Как асфальт. Да, как асфальт, как крейсер. Для нее это асфальт. Какие-то основные испытания по пухлому снегу, по большому снегу, это уже будет на следующий год, ребят. В этом году откатаемся пока, сколько сможем. Может быть, разок-другой еще съездим. Вот, а так все на следующий год. То есть чуть-чуть погоняем. То, что она завелась, работает, все вроде бы. Тащит подъемы. Тащит, да, вытягивает. Все нормально, в общем, нравится. Не знаю, эмоций много и, в общем, так классно. Дальше. Будут доработки с прицепными устройствами. Да, доработки по-любому будут. И прицепное, и еще что-то посмотрим. Под себя уже, под свои нужды. Но это практически каждый так делает. Поэтому я тут думаю, нарицание каких-то к фирме бессмысленно делать. Это фирме надо санки, которые выпускает, чтобы болты вот так не гнулись. Надо что-то прочнее думать. Им надо фаркоп сделать нормально. Вот именно урагану нужно фаркоп сделать. Ваня удочку сломала. Оторвала нимфу и сломала удочку. Я щука там удочку сломала. Я играл мелкой мормышкой, она мне так ударила, что у меня просто поломалась удочка. Глубины подо льдом, не знаю, 30 сантиметров всего, а кусков не нашел мелких. И это, вон ты с удочкой. Просто сломалась от удара, баб, и все. И нимфу оторвал еще за одним. Волшебную палочку сейчас буду применять. Я закидываю вольфрамовую мормышку, золотистую мелкую с червячком, и зеленая мормышка, нимфа, вернее, зелененькая. Ручейник из домика. Ершака поймал. На нимфу как раз. Собака.
пробка. Я вот смотрю, это у нас. Подожди. Наелся? Опять ёжик попался. Граната у него не той системы, что ли? У кого? Не знаю, у меня. Может быть. Не приешь что-то нифига. Клюет он один за ним. Одна за одной он клюет. То ерши, то окупи. Действительно что-то не то. Ты он лучше бур бери, да пробуй. Да вот же ж, блин. Вот вон я тогда начал, вот там. Где-то надо найти или сюда. О, тебе тут еще мельче. Свальчик найти, да. У тебя там глубины по поле. Это тоже не так глубины. Я думаю, вот сюда, вот в эту сторону где-то будет. Окей, вот туда идет, там где он. Видишь, там мелко. Ну, медная у меня, видишь, золотистая, может, только это разница. Сейчас, смотри, проверим.
Ну-ка покажи. Кусок опарыша и червя. Капуста. Все, парни, погода шибко сильно поменялась. Поедем мы домой, рыба не хочет клевать. Домашним животным, питомцам поймали немножко. Я думаю, хватит. Первый выезд мотособаки. Очень понравился. Промысловичок прям тащит. Даже уже по прошлым сравнениям ехали по тому же маршруту, где вот друг Леонид приобретал мотособаку. Вот бурлак у него был. Местами выходили, люди не вытаскивал. А сейчас вытаскивает спокойно вот этот именно аппарат. Конструкция другая. И если честно, я даже пришел к тому выводу, что, по-моему, их даже не надо сравнивать. То есть с модулем и именно вот эту модель, и какие-то такие небольшие мотособаки по типу бурлака, их, походу, даже сравнивать не стоит. Этот гораздо лучше, ведет себя по-другому. На этой нотке закругляемся. С вами был Иван, Денис, Николай, Александр и Тёма! Всем удачи, всем пока! Тёма, он, а Тима! Тима, да. И Тима! Все, всем удачи, всем пока. А Коля он там тягает руками. Николай тут вон одну за одной рыбу опять таскает нашим домашним животным. Кстати, что еще хотел сказать. Руки не устают, как от модуля, когда вот сзади, как говорится, мотособаки управляешь.